Почему? Они, они работают. А потому что они разговаривают с людьми, к сожалению. А так? Да. А церковь не разговаривает. А я почему знаю, потому что я веду занятия. А таких, как вы, очень мало. Я в милиции веду, в Амурских частях, в школах, на заводах, фабриках. И я знаю обстановку, тем более начальник детского лагеря 40 лет. Без помощи государства 1000 детей гонят. Мы говорим, конкретный вопрос разрешается не завтра, сегодня. Ну, у этих книг есть друзья, есть и враги, потому что они написаны без пригляда в глаза. Ну, что понятно. Говорит Бог? Да. Вот почему эти книги, они опережают на много-много лет вперед в сегодняшнее время. Сегодня еще стараются с властями. Вот эти кисуни, это в храме Христа Спасителя. Ведь они не на пустом месте, а за что? А за то, что патриарх стал с Путиным. И пели там, что Богородица прогони Путина. А мы были перед храмом, молились. Что нужно делать? Было, я говорю, закрыть храм и молиться перед храмом. Народ бы обратился. А что, довануть, посадить? Понимаете? Нет. Нам не это Бог дал. Конечно. Нам дал Господь оружие одно – любовь. Сегодня евреи виноваты там. Не ищи виновных, начни с себя. А евреев надо благословлять, написано. А уже как они дальше будут, Бог знает. Хорошо. Спасибо вам большое. Храни вас Господь. Спасибо. До свидания. До свидания.